Здравствуйте. У нас вот тут ожидается сильнейший шторм. Вот. Но пока видит погода. Вот. Пока ничего не предвещает. Обычная осенняя погода. Даже дождя нет. Сухо. Ну, все. Закрывается, убирается. Вот тут последний штрих. Это у меня тут вот гнездо. Такое гнездо птичек. Эти птички тут гоняли такую кошку малую, называю. Вот потихонечку убираю цветы, чтобы они здесь не летали. Вот в горшках. Все это сейчас уберется. Окна, двери, все это закроется. Все. Ну, когда закроется, я покажу. Все прикреплю. Все закреплю. Ну, вот так готовимся. Сегодня пятница, за день до урагана. Вот пока такое вот солнышко. Вот начинаем закрывать. Здесь уже закрыли окна, хотя бы стекла спасти. Посмотрим, как-то машину надо поставить. Ураган, наверное, да. Ну что делать? Вот так. Я нахожусь на 19-й линии. Наверное, поеду на, может быть, 25-ю, 30-ю линию. Чуть-чуть подальше. Кошаков я закрыла. Действительно, самый такой вот пустой был магазин Walmart. Я думаю, что другие видео вы увидели. Я потом покажу еще после, когда будет. Посмотрю, когда будет свет и что будет. И зато магазин Президент у нас есть, такой латиноамериканский, который раздавал воду бесплатно. Немного. Но старался как бы всем раздать воду и бесплатно. Ни в Walmart, ни в Publix такого не было. Я потом покажу этот магазин. Вот. А пока так. Вот. Потихонечку укрываемся, едем чуть подальше. Ну что, вечер, пятница. Потихонечку. Ветерочек. Районе такой дом хороший, красивый, удобный, маленький, очень красиво. Похожу здесь по райончику. А это что у нас там за курочки такие? Журавли, цапли, цапли. Не знаю кто. Такие вот курочки. Что тут у нас еще вышли так гуськом? Гуськом, гуськом. Вот так пальмочки. Тут еще раз полоса по улице. Ветер. Ветер. Ходят в магазин, еще стригут собак, делают маникюр. Стригут собак, да. Делают маникюр. Еще есть работа. Люди. Пока еще не вечер. Thank you.
Сейчас вот 9 часов, начало снова вот сверкает, сияет. Ну, опять очень как-то сильный дождь.